А остальные пары готовятся к интеллектуальному этапу конкурса «Свадьба на миллион». Им предстоит отвечать на вопросы учеников младших классов по школьной программе. И сейчас Дима Дмитренко подготовил для Ольги задачи из курса математики. Оль, я так понимаю, что ты поняла, куда я тебя привел. Представим, это у нас класс наш с тобой. Шестой этап конкурса «Свадьба на миллион» продолжается. Так, я в школе, я ученица. Да, ты моя ученица, я твой учитель. Вот. Давай, наверное, начнем с того, с таблицы умножения. И я тебе хочу сказать, что у нас сегодня вообще по предметам с тобой математика, алгебра. Нет, только не это. Геометрия немножечко. Алгебра, математика – мой нелюбимый предмет. Почему ты его выбрал? Нет, во-первых, я вместе с тобой буду учиться. Я еще раз говорю. Ну так и говори. Нет, я не буду. Я буду говорить, как я захочу говорить, а не так, как ты мне скажешь говорить. Что ты мне грубишь? Почему ты такой злой? Никто не грубит. Я с тобой сейчас нормально говорю и пытаюсь нормально с тобой позаниматься уроком. А ты все портишь. Ты можешь просто на лайк, на шутку все перевести. Чтобы... Так ты шути со мной. Я шучу с тобой. А не грубостью какой-то, с негативом. Оль, я тогда сейчас развернусь вообще и уйду отсюда. И проводи ты уроки тогда. Я буду включать логику. Тогда на ты, на, я, заново. Становись, иди сюда. Давай, становись. Вот здесь да вот, я буду, я говорю, я готова. На, да, на, да на, что ты такой человек-то? На, проводи блин, урок. Я сейчас уйду, психану. На, проводи урок тогда мне. Ты собрался проводить мне урок? Проводи, в чем дело? Ну давай, вот с таким настроением буду проводить тебе урок.